Первая в стране линия по литью крупных вагонных изделий, предназначенных для казахстанских железных дорог, запущена в Караганде. Машиностроительный завод имени Пархоменко сегодня презентовал инновационный проект. Производство единственное в Казахстане. Продукция дешевле и качественнее импортных аналогов. Подробнее в нашем репортаже. Вот наша модель. Это будущая балка, сделанная на пресс-автомате. По новой технологии. Владимир Сурин – начальник модельного цеха. Он демонстрирует новую технологическую линию завода имени Пархоменко. Литье крупных вагонных изделий, предназначенных для казахстанских железных дорог, происходит по системе литья по газифицируемым моделям. Детали, полученные в новом пресс-автомате, сушат при определенной температуре, после чего покрывают термостойкой краской. Она склеивается между собой, покрывается также краской сверху. Значит, клеится на нее шлаковики, вся питательная система. То есть вот эта балка готовая отправиться в литейный цех на заливку формы. Пробное литье происходило еще весной этого года. Сегодня проект официально запущен. Об особенностях производства рассказывают властям. Инновационный проект машиностроительного завода имени Пархоменко реализован в рамках карты индустриализации. Потребителями продукции будут промышленные гиганты Казахстана. А главным партнером предприятия станет акционерное общество «Казахстан Семиржолы». Благодаря нашему правительству, нашему акимату, мы смогли получить эти детали, получить инвестиции. На сегодняшний день вложено где-то 820 миллионов инвестиций. Вот. Эта технология позволяет изготавливать, по проектной мощности мы должны выйти 15 тысяч деталей в год. Она позволяет изготовить это количество. Производство крупных вагонных составляющих не имеет аналогов в СНГ. Прежде чем выйти на полную проектную мощность, изготовленные изделия пройдут сертификацию в России. С помощью Национального агентства по техническому развитию мы осуществляем сертификацию данной продукции, поскольку в Казахстане этот вид продукции не производится и, соответственно, нет органа, который бы сертифицировал. В этой связи мы вышли на Москву и в России сегодня завершаем процесс сертификации. Надеемся в первом квартале следующего года завершить данный процесс. Основное преимущество изделий карагандинского предприятия – это стоимость. Она меньше на 20% по сравнению с российскими аналогами. При этом доля казахстанского содержания составляет 100%. Создано порядка 400 рабочих мест. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.